Hola, hello, добрый день. С вами Маргарита и Алексей, наш сайт hispanialif.com. Мы снимаем для вас и показываем самые интересные варианты недвижимости в Испании на побережье Коста-Бланка. В предыдущем ролике мы начали съемку апартаментов в районе Виа Мартин от застройщика. Предыдущие апартаменты были с двумя спальнями, апартаменты, которые я хочу показать вам сегодня, с тремя спальнями. Давайте приступим к просмотру. Много уже покупателей ходит. На входе установлена усиленная бронированная дверь. В стоимость апартамента включен видеодомофон, система кондиционирования. Мы проходим с вами в просторную гостиную комнату. Здесь вы можете видеть рядом с окошком столовая зона с индивидуальным освещением, красиво оформленная. Пакет мебели также можно заказать у застройщика, либо проехать вместе со мной в магазин и выбрать все лично под свой вкус. Гостиная просторная, много места. Также здесь вы можете видеть окно и большие панорамные окна, которые открываются, имеют выход на очень большую террасу, ориентированную на солнце. Здесь вы можете видеть также жалюзи. Жалюзи электрически управляются с помощью нажатия кнопочки. Очень большая терраса. Она имеет свой собственный выход на зеленую территорию к бассейну. Несколько фаз строительства будет. Будет три бассейна. Два обычных и один бассейн с подогревом. Следующая фаза будет готова в марте месяце 2018 года и в сентябре 2018 года. А еще через год будет строительство напротив этих домов ниже уровнем, чтобы не загораживать вид на море с верхних этажей. Очень хорошо развита инфраструктура, школы, институт, рядом госпиталь, аптеки, торговый центр Зенья Буливар, самый крупный в провинции Аликанте. Красивая просторная кухня, мебель и бытовая техника включены в стоимость. Здесь островок и рабочая поверхность из светлого камня. Вытяжка над варочной поверхностью. Множество шкафов для хранения. Продуман каждый сантиметр. Все ящики с доводчиками, я бутылочку вина увидела спрятанную. Холодильник, духовой шкаф, микроволновая печь на удобном уровне для готовки. Женщины должны это оценить. И здесь раковина. Здесь продолжается рабочая поверхность с этой стороны. В предыдущих апартаментах этого не было. Предусмотрены розеточки, включатель, освещение. Посудомоечная машина также включена в стоимость. И из кухни есть выход в подсобное помещение, где располагается стиральная машина, раковина техническая, водонагреватель, они также включены в стоимость. И эта техническая комната имеет выход на террасу. Отделяется матовым стеклом, чтобы не скрадывать натуральное освещение. Застройщик и это предусмотрел. На полу во всех апартаментах лежит качественная испанская плитка. За ней легко ухаживать. Давайте пройдем, посмотрим первую спальную комнату. Здесь находится двуспальная кровать с красивым изголовьем. Окошечко выходит во внутренний двор к подъезду. Кстати, если я не говорила, в этом доме три этажа, два лифта.
здесь вы видите шкафы для хранения. И на этой стене предусмотрены розетки, выводы под антенны, под интернет и под антенны. Вот как раз вытяжка кондиционера. Вторая спальная комната. Здесь уже вы видите две односпальные кровати. Окошечко также выходит во внутренний двор. Дорога эта не проезжая. Здесь по ней ездят только те, кто живут. То есть она достаточно тихая. Но здесь хорошая шумоизоляция. И здесь располагаются шкафы для хранения. На этой стене предусмотрены розетки под телевизор, интернет. И третья спальная комната находится в стороне от основной жилой территории апартаментов. Здесь вы можете видеть гостевой туалет с душевой. Он достаточно просторный. Сантехника и мебель в ванных комнатах включены в стоимость. В следующих фазах в ванных комнатах будет включен в стоимость подогрев полов. И мы с вами проходим в третью спальную комнату. Она отдельная, с собственной ванной комнатой, инсюит. Комната просторная, светлая, большие панорамные окна выходят на террасу. Здесь вы видите двуспальную кровать. И на этой стене предусмотрены шкафы для хранения, просторные. И розеточки, выводы под антенны, интернет. В прихожей предусмотрен шкаф с полочками для хранения всего необходимого. Я хочу напомнить вам, что стоимость апартаментов начинается от 152 500. Апартаменты с собственным солярием, который мы вам сейчас покажем, чуть попозже 209 тысяч евро. Территория отдельная, закрытая, зеленая, парковая, множество насаждений, несколько бассейнов, отличная инфраструктура, хорошее качество строительства. Приезжайте в Испанию, мы будем рады вам помочь. До скорых встреч! Адьос!